Книга памяти – уникальный проект, говорят организаторы. Ветераны, труженики тыла, вдовы погибших. Их истории оживут на страницах новой книги, которая станет для всех ветеранов Альметьевска и Альметьевского района прекрасным подарком к юбилею Победы. На страницах этой книги будет рассказано в художественном, литературном стиле о тех людях, которые воевали, которые трудились, являлись тружениками тыла. Мы приглашаем к участию также и физические лица, потому что, возможно, мы кого-то пропустили, до кого-то не дошли. Хотелось бы охватить всех тех, кто принимал участие и добивался победы. Желающие рассказать о подвигах своих бабушек и дедушек могут обратиться в редакцию журнала «Стиль и совершенство». Книга будет насчитывать не менее сотни страниц. Пока что авторы занимаются сбором материалов, фотографии, документальные свидетельства, рассказы самих ветеранов, воспоминания о самой кровопролитной войне 20 века и тяжелых буднях мирных граждан. Когда берешь интервью у тружеников тыла, допустим, и они рассказывают, как они, малолетние дети, собирали замерзшими, посиневшими ручками детали для самолетов, для подлодок, и не досыпали, не доедали. Некоторые жили вдали от родителей, у многих родители погибли, были на фронте. И слушаешь их, и у них была единственная цель – это добиться победы. Издание занимается поиском ветеранов и приглашает к сотрудничеству предприятия и организации. Те, кто желают оставить на страницах книги памяти свою историю, могут позвонить по телефону 40 60 61.